Привет, всем привет. Хай. Мишенька, иди, не мешай. Дай, дорисую сейчас. Снежинки. Привет. Привет, Маша, привет. Это Снежинки, привет. Скажи привет. Всем привет. И это Миша, привет. Все, Мишутка. Hi, welcome. Hi, everyone. Я на 5 секунд вышла, не совсем ненадолго. Опубликовала сегодня в сторис такую фотографию. Так, Снежинка, убегай. Да, она мурчала очень громко, приветствуя всех. Да, и мальчишки тоже всем привет кричат. Привет. Опубликовала в сторис фотографию такую, где я пыталась что-то заскетчить, чтобы потом в дальнейшем нарисовать полноценную работу. И там лежал мой цветовой круг. То есть я как бы его даже и не заметила, что он там присутствовал. Но очень много в директ появилось вопросов, что это такое, для чего это нужно. Привет! Вот, я обязательно сниму видео о том, что это такое, для чего это нужно. Потому что видео о своих кругах, вот сейчас я переключу камеру. Hello. Их у меня есть, я уже видео снимала. Были ключи к акварели. Вот эти круги висят у меня передо мной всегда. В общем-то, они мне очень часто нужны. Но этот круг, он более такой универсальный, более такой глобальный. И я думаю, он у меня недавно появился. Мне его подарили, спасибо огромное. И он такой более нужный, мне кажется. Хотя, опять же, вот этот кружочек, о нем я снимала видео, он играет, наверное, более значимую роль для меня. А что он и для чего? Можно посмотреть на канале. На моем называется «Ключи к акварели», о смешивании цветов, по-моему, называется этот выпуск. Вот этот круг, чем он хорош? Он, в принципе, играет ту же роль, что и вот этот. Но этот более маленький кружочек, а этот он такой более глобальный. Плюс идет разбивка по оттенкам. То есть, если идет зеленый, то идет еще и несколько оттенков зеленого. Если идет какой-то вот такой синий-зеленый, опять же, несколько оттенков и так далее. Вот эта штука крутится. Верхняя штука крутится. Для чего он нужен? По-английски, конечно, написано, как им пользоваться. Но так как у меня пока английский мой очень такой... It's my son. I'm not daughter. Если я правильно поняла, конечно. Так, вот этот круг, значит, чем он хорош? Тем, что очень удобно находить цвета, которые лежат напротив друг друга. То есть это те цвета, которые наиболее контрастируют друг с другом. Опять же, те, которые дают при смеси такие сероватые оттенки. То есть, если я в своей работе хочу выделить что-либо, например, если в моей работе присутствует, вот я хотела нарисовать сегодня вот эту вот веточку черемухи, то есть, когда преобладает в моей работе вот такой вот оливковый цвет, какой сделать максимально интересный фон, который подчеркнет мою черемуху. То есть как сделать, какой выбрать цвет на фон, чтобы максимально выделить вот эту зелень, нежную листву. Что я делаю? Я ищу этот цвет примерно на моем цветовом круге. Вот он, да? То есть вот рядышком находится, видно. Миш, потише сделай. Я нашла этот цвет и смотрю, какой же напротив лежит. Напротив лежит вот такой цвет, такой красно-фиолетовый, то есть бордово-фиолетовый. Значит, если я сделаю фон бордово-фиолетовый, то у меня максимально ярко листва засветится. Вот я делала такой, ну, вообще совершенно быстро, у меня уроки с утра шли, мне некогда было, но я на такой работе, ой, на такой бумаге, тут мне дети уже почеркали, делала что-то вот примерно в виде скетча, именно цветового скетча. То есть я взяла оливковые листья. Миш, ну потише еще. Вот так вот. Оливковые листья изобразила. Тихо. И сделала фон. То есть вот. Саша, тихо. Так, все, ребенок не дает мне. В общем, вот они, мои два зеленых, которые присутствуют в листве. И напротив этих двух зеленых лежат вот такой бордовый, вот такой фиолетовый. Собственно, вот я их попыталась изобразить. Эти два цвета, они максимально подчеркнут мою оливковую зелень. Вот таким. Ой, ну зато мои дети вот так вот громко. Здравствуйте. Я не знаю, где такой взять, честно вам скажу. Мне подарила его.
подарила моя подруга, прислала. Поэтому я не знаю, где они продаются. Ну, я видела у многих такие круги. Я думаю, что в крупных городах, если задастся целью, можно такие найти. Не знаю, я живу в глубинке, и у меня тут ничего подобного не продают. Вот, собственно, про это и хотела сказать. Очень полезная вещь, полезная штука. А, также вот смотрите, я показала только те, которые лежат друг напротив друга, то есть максимально контрастные цвета. Называются они комплементарные, если не ошибаюсь. Еще бывают такие сочетания, как триада цветов, когда берется по треугольничку. Тут тоже посмотрите, как здорово, удобно можно эту триаду найти. Вот прям треугольничек показывает на зеленый, далее идет на такой охристый цвет оранжевый и третий цвет на фиолетовый. Если я хочу какой-то другой, вот у меня, к примеру, преобладает голубой, да, голубое небо, как вот, например, вот здесь, да. Если у меня голубое небо идет, какой хорошо цвет с ним будет сочетаться? Вот она триада. Идет розовый цвет, розово-красный, и также желтый. Вот, пожалуйста, вам цвет заката, который наиболее красиво сочетается. Вот. Такая триада. Также вот идет... Четыре цвета сочетания по квадрату, по прямоугольнику, ну и так далее. Ну, вот такая вот удобная штучка. Спасибо, Маша, тебе. Я сегодня вообще не получилось мне нарисовать ничего, потому что у меня совершенно не было времени. Я начала сделать скетч, сделала гелька его, начала делать небо и побежала сейчас кормить детей. Вот сейчас покормила, думаю, да, я урву 5 минут. Собственно, вот на эту фотографию я опиралась. Захотелось нарисовать Италию, набрала хэштег в Инстаграме Италия. У меня выдала вот такой профиль какой-то Италианты. И вот такую фотографию. Мы с ученицей. Слушай, тихо. Начали рисовать, потому что на этой фотографии хорошо показать перспективу. Вот, мы с ней не дорисовали, я думаю, дай-ка дорисую. Но в итоге мне и дорисовать не дают. Да, круг замечательный. На круге что написано? Вот что написано. Вот как им пользоваться. Там, кстати, есть еще и обратная сторона. Но я, честно говоря, пока не разобралась. Надо вот это все мне прочитать, перевести. На это уйдет время, потому что с английским я не очень дружу. Но тут, видимо, тоже какие-то сочетания. Наверное, можно как-то таким образом. Видите, он тоже крутится. Привет, привет. Вот, а здесь написано. Прям написано. Саша, тише. How to use color relationship wheel. То есть как использовать вот это цветовое колесо. Цветовой круг на самом деле. Как его вообще называют еще и где его найти? Вот честно говоря, не знаю. Наверняка есть на Джексонсе, надо посмотреть. Ну вот я очень хотела давно. Спасибо Свете, она мне его подарила. А где вот, где такие обитают круги, я не знаю. Вот. Color wheel. Я думаю, не обязательно именно такой. Вот мне, в общем-то, вот такого вначале хватало. Но иногда хочется прям какие-то оттенки вот сочетать. Не всегда понятно. Вот какой-то у меня, вот, например, такой бирюзово-изумрудный цвет. И с чем его сочетать, не сразу, не всегда понятно. А тут как бы все ясно. Вот, видите, в передвижнике. Я так и знала, что в Москве где-нибудь... Можно без проблем такие круги приобрести. Передвижники, отлично. Вот, ребят, передвижники есть. Говорят, по крайней мере, так. Вот что касается этого круга. Все. Сейчас, Миша, подожди. Это такие дела. Иди, hello. В общем, вот, всем спасибо за внимание. Если кому-то было интересно. Буду рада. Но я все равно засниму я видео, как этими кругами пользоваться, для чего они, потому что на канале это будет навсегда. То есть всегда можно будет там информацию найти. Хорошего дня, у нас вечер уже, солнышко садится, пошли мы погуляем. Вам хорошего дня. Сейчас я дорисую все-таки, наверное, этот скетчик, если дадут. И пойдем мы гулять. Всего, всем пока.